мехового завитка, и каждая шуба уникальна. И сейчас каракуль снова в моде. В моде, да. У нас будут представлены куртки, полупальто, пальто в натуральном черном цвете, в коричневом, в сером цвете. Ну, чем не звезда? Вот посмотрите, да, тоже. Абсолютно. Перед нами образцы, мы сейчас их обязательно посмотрим, которые являются всегда участником крупного конкурса пушнино-клеточных звероводства, входит в тройку призеров от медалей и дипломы, является эталоном по густоте, по использованию для производства шуб «Зимус». Вот одна из них — натуральный цвет пастель, богатая пальто. Ой, слушайте, такая красивая шуба. Вот у меня сразу возникает вопрос, а как же за ней ухаживать и как хранить такую красоту? Норковое изделие должно храниться на широких плечиках, в чехле с антимольным средством, свободно в шкафу. Оно, конечно, боится механического воздействия, и мех — это благородный натуральный материал.